Окей. What time is it? 8:30. 8:30. Времени почти 9 часов. Ребята только-только ушли. Винсент покормил их пиццей. Посмотрите, у нас самая трудная часть камина завершена. Вот это была самая трудная часть. Ну, почти завершена. По крайней мере, все. Вот. Посмотрите, как у нас продвигается. Завтра они завершают, в принципе. Приходят завтра в 7 утра и делают. Видите, тут все плиточкой будут, вот, как бы, конечно, прокладывать этой беленькой. Граут называется. Very nice. Посмотрите вообще, как будет красиво. Боже, боже, боже. Yeah. Very, very nice. И здесь будет пошире у нас. И здесь пошире. Очень красиво. This with that, with yes. How it curves. Yeah. So he matched them up. Very nice, yeah. Я хочу вам сказать, он говорит, я никогда в жизни не видел такого камина, как у вас. И это не комплимент. Он говорит, вот эти вот уши, я вообще, говорит, первый раз вижу, никогда не видел такого. И вот это, конечно, было очень трудно ему. Они корпели, пыхтели над каждым сантиметром, высчитывали, вырезали. Это, конечно, очень тяжело. На самом деле, никогда в жизни бы мы сами ничего такого не сделали. Хотя у нас были позывы, что может самим. Но на самом деле, ничего такого бы никогда у нас не получилось. Причем вот эти вот штуки, вот эти, он тоже будет отделывать вот этим белым. Нам надо еще докупить одну коробочку, он сказал. Very nice. Будет очень красиво. Винсент, you love it? I love it. Это тоже, мне тоже очень нравится. Бедная. Видите, сколько здесь еще этих коробок. Это вот уже наверх. Ну, в общем-то, красиво. У нас дома опять бардак. We have again mess in the house. Yeah, that's yeah. Okay. It's yeah. Progress. Progress, yes. Ну, ничего. У нас, конечно, и полы очень грязные сейчас. И они туда-сюда ходят. Ну, ничего страшного, ладно. Ничего страшного. Все, сейчас я подотру полы. Так что вот. А счастье-то у нас сколько? Счастье-то, счастье. Счастье. I mean happiness. Happiness. Это мы сегодня с Ирой ездили, и под дождь попала, видите, вот такие вот волосы у меня. Ужас. What's this paper? Oh, it's a piece of... Yeah, piece of papers. Так что вот. Счастье мое. So the next thing, our next project is probably to fix the kitchen cabinets. Говорит, следующий проект у нас поменять гарнитуру. New cabinet doors. Просто хотя бы двери просто поменять у кабинетов. И мы хотим со стеклами сделать здесь. Yeah, I think maybe just doors. Yeah, two doors and we'll fix the frames. We'll clean up the frames. We'll get a nice paint for it. Видите, ребятам я сделала тут. Они работали, чтобы было светло. И здесь свет включили, и здесь свет включили. И вот этот свет поставила им. И им было очень светло и хорошо. Так что вот, девочки мои дорогие. Вау, вы посмотрите, Марко. You not scared there? А? Are you not scared? No. Посмотрите. У нас уже преображается. Все, сегодня, говорят, закончат. So today it's last day. Yeah, you will do it. Yes. Yeah. Все надеемся, что сегодня закончат они. Просто красота. Винсент, look at that. What do you think? Looks good. Look beautiful, huh? Like beautiful. I'm just look at you and I'm scared even. To look even at you. Just one step, you know, be careful. I know. This is better because, you know, the ladder, I have to climb up and down, up and down. This, he shakes a little bit, that's fine. Видите, на колесиках он. Его этот помощник возит туда-сюда, туда-сюда. Вообще круто, конечно. Просто вообще класс. Я уже не показывала вам, не показываю там, знаете, на таймлапс, как они это делают. Но это не важно. Вот видите, помощники выходят туда-сюда, туда-сюда. Интересно, как
Я сейчас пойду на педикюр, потому что мы с Винсентом завтра уезжаем. А видите, как сел. Как на ковер самолет сидит. Ира-то моя, смотрите, что подарила мне. Жасмин. Выращенный уже в горшочке. Поехала, говорит, забирай жасмин. Ну, я и забрала. Вот. Он мешок там валяется. Слушайте, на улице красота неимоверная. Дожди идут, но от этих дождей зелень у нас, конечно, просто зеленеет с каждой секундой. Так красиво. Ну, дожди нужны нам, поэтому жаловаться мы не будем на дожди. Птичек много. Вот эту вот кормушку они, конечно, полюбили. С Винсентом болтают. There's a song from Wonder Power that says everything about it. You know, you gotta do everything you wanna do twice your life. Видите, вот досочку приклеивает. Какой у нас будет классный вообще камин. Обалденный. Парень, видите, все помогает ему. Без него-то бы, конечно, не справился. А тут они вместе, туда-сюда, туда-сюда, и каминчик-то готов. Просто молодцы, конечно. Видите, у него хвостик на голове. Итак, я пришла на маникюр. И мне делают... Ой, как говорю, на маникюр, на педикюр пришла. Буду делать френч, как обычно. Ну что, дорогие мои, приехала домой. Ножки как в сапожки. Я не знаю, как. Просто придумала. Видите, вот такой мне сделали педикюрчик. Сейчас просто делала прямой эфир в Инстаграме, поэтому так и не сняла, как мне делали педикюр. Но я отсутствовала очень давно, и давайте посмотрим, чего там у нас с камином происходит. Ну-ка, сейчас посмотрим. Hello! Вон, видите, Винсент кормит их. Ну, что у нас тут? Вот пока, видите, уже здесь начали они. Класс! Здесь уже полностью все. Ну вот, у нас пока тут везде лестницы, баррикады. Все. Ой, белка у нас сидела только что. Вот паразитка. А, убегает. Ага. Видишь ты, паразитка тут сидела, ела. Ага. Так, к Винсенту надо подойти. Что у нас там с Винсентом? Винсент смотрит Джаша, его любимый блогер. Винюша, how you doing? Good. I did pedicure. Oh, didn't know how much the family needs that done. Yeah. Представляете, у нас Марка, знаете, говорит, ты знаешь, говорит, в Казахстане есть какой singer? Say what a singer about? Димаш Кудайбеган. Видите, я вообще в шоке. Он сначала начал говорить мне про Игоря Крутого. Говорит, ты знаешь Игоря Крутого? Я говорю, да. И what do you say about Игорь Крутой? Игорь Крутой is the best composer I ever heard. And he only got back into music because of Димаш. Видите, он говорит, Игорь Крутой, говорит, воспрял духом только, говорит, благодаря Димашу. Я в шоке, он мне ни с того ни с сего начал говорить. Я говорю, мне надо это записать. Wow. I can't believe, how do you know about Димаш? I heard, the first time I heard Димаш was, I don't know, 4 years ago. He's on the in China. Yeah, it's a competition. The singer. SOS, He sing the SOS, he sing All By Myself. Yes. And then the Sing for Passion in Russian. Your Love in English. Yes. You see, his voice is crazy, right? Yeah, he sung for a soundtrack. He went to the Japan Jazz Festival. Yeah. And I mean, I know, I heard Димаш. I cannot believe it. I cannot believe you start saying me about, first you say Игорь Крутой, I'm like, wow, he know Игорь Крутой, and then you say about Димаш. Well, I love music. I love music, and I know a lot about music. And to me, Димаш is the best singer I ever heard.
Говорит, Димаш самый лучший исполнитель, которого я когда-либо слышал. So what is your favorite song of Димаш? Димаш, your favorite song? Yeah. I don't know. There's a, every single one is different. But to me, it's strange that you say you follow Игорь Крутой because Игорь Крутой have Russian songs. Mm-hmm. So you like Russian music? I like music. Uh-huh. I mean, I'm from Brazil. Yeah. And I listen to music from, you know, France, from the United States, from all countries, all different countries. Mm-hmm. And I like, you know, even if I don't understand the lyrics, I like the if I don't understand the lyric, I know I like the sound, I like the composer, you know, composition of the music. But I have a good ear for music. Nice. Yeah. So one time here, like 2 months ago, I was flying from Mexico. I was sitting in Cancun airport, and all of a sudden, I start hearing Dimash music, mm-hmm. and I'm like, what? I come to some, worker, and I say, who is singing? Because I could not believe it. And they say Dimash, and I'm like, oh, wow! In Mexico, they know him too. Yeah, Dimash, he came to do a competition here in the United States, but when he knew he was gonna go up against the kids from the Kazakhstan, he just quit the show. Really? Because he said, like, I want the kids to have a chance. Вау. Представляете, я такого не знала. Он говорит, он приехал в Америку на какое-то, ну, не соревнование, а на какой-то конкурс, и узнал, что он будет соревноваться против детей из Казахстана, и он не стал даже участвовать. И говорит, хочу, чтобы у детей был шанс. Вау, I didn't know about that. He did a soundtrack music for a movie. Говорит, для фильма какой-то тоже. What movie? Представляете, какой у нас Марко-то, а? Creators, the past. That's the name of the movie. Creators, the past. I'll show you in my phone. And they have that song? They do. It's American movie? It's American movie. And в американском фильме он озвучивал какую-то... не озвучивал, а песню какую-то исполнял. Let's see. Сейчас он включит нам музыку эту. Обалдеть. I'm shocked. I'm really shocked that you know it. Видите, он не только, он художник такой, он не только тут камины укладывает, он еще и готовит, и рисует, и музыку слушает. Видите, он нашел вот эту песню. Это из фильма, я так и не поняла, как фильм называется. Но вы, наверное, все знаете. Я-то не знаю этого фильма. И включить не могу вам надолго, чтобы, потому что YouTube меня не пропустит. Так, что это за песня? What name of that song? Across Endless Dimensions. Вау, ну все, это наш Димаш. Надо же, как круто. Вау. So what songs of the Игорь Крутой you like before besides Димаш? Or you know him only as Димаш? I heard about you because he retired from music a long time. Uh-huh. He's a billionaire. This guy has a lot of money. Of course. And he retired from music for a long time. Mm-hmm. That's when I started learning about Igor Kutoy. And that's that's a song that he wrote in English called Your Love. And Dimash sings. Mm-hmm. This is one of my favorites. The Swanks too. You know, did you hear about Swanks? Yeah. I did. I listen to Dimash, I don't know how many times. Он говорит, я все время слушаю Димаша. Обалдеть. This guy is so amazing. This guy is amazing. Yeah. Wow. Because, you know, he have a song. Yeah. And it's called Opera 2. Yes. Видите, даже знает Витаса, говорит, опера вторая. And he has like a really high pitch. Говорит, Витас его перепел намного лучше. But Dimash goes 2 octaves above Vitas. Димаш на 2 октавы было выше, чем у Витаса. And he sings the same song. Yeah, same time. And he sang on the competition live. And wow. Guys. He came to New York, he had concerts. Yeah. He did. And I wish I had been going there because I would have been going to Dimash. Хотел бы я попасть на его концерт. Представляете, как? Пожалуйста, парень из Бразилии, который слушает Игоря Крутого и Димаша. Представляете? Вот такой. You know what I learned about you? You are really
how to say, wide interest. Mm-hmm. Not only this, you drawing, you listen music, you know history, you're cooking, and my God. Yeah, I like it. Your wife is lucky woman. Yeah. Yeah. Well, I mean, I love what I do. Yeah. In everything that I do, I try to do. Говорит, мне нравится все, что я делаю. Все, что я делаю от души. Смотрите, он делает. Он каждый камушек измеряет по миллиметру, по сантиметру. Это просто такой мастер, я хочу вам сказать. Я просто в шоке. Я просто в шоке, как он это все измеряет. Каждый камушек отрезает. И парень этот тоже, он его научил, он тоже знает, что делать. Он говорит, я очень скрупулезно выбираю себе помощников, потому что они должны знать то, что знаю я. Видите, какой молодец. Ой, ребята, вы посмотрите, все уже ближется к концу. Боже мой, посмотрите, как досочка к досочке хлопается, как по спинке ребенку. Божечки мои, какая красота! Тра-та-та, тра-та-та. Просто вообще, это просто чудо, чудное. Муж-то у меня, он сидит, смотрите. Да, конечно. Обалдеть.